Беларуси вводятся новые цены на отопление, подогрев воды, газ и электричество. Кроме того, с 1 июня отменяется разделение на так называемые летние и зимние тарифы для тех, у кого дома стоят газовые котлы. Нововведение позволит потребителям не отслеживать даты начала окончания отопительного периода. Адвокаты проведут бесплатные консультации ко Дню защиты детей. Акция коснется только многодетных, а также семей, которые воспитывают инвалидов. Задать интересующие вопросы специалистам можно будет 1 июня с 9 утра до 6 вечера. На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. В прогнозе сильный ветер, порывы достигнут 20 метров в секунду. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем столбик термометра максимально поднимется до 19 выше нуля. Бобруйска Громаш стал победителем республиканского бизнес-конкурса «Знатный талер» в номинации «Производитель инновационной продукции в машиностроении». Церемония награждения состоялась в Минске. В конкурсе участвовало свыше 60 компаний. В Бобруйске задержан курьер телефонных мошенников с крупной суммой. Дневная выручка составила более 12 тысяч долларов. Ее фигурант должен был положить на счет своего работодателя. Возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность к совершению аналогичных преступлений.